At the request of my daughter, I will make raspberry jam. With a small example, I will show how easy it is for any of you to do it. По просьбе доченьки я сделаю малиновый джем. На маленьком примере я покажу вам, как легко это сделать любому из вас. It is made almost the same as currant jam, with only one condition, to do everything with wood. Делается он почти так же, как и смородиновый джем. Всего лишь одно условие – все делать вещами из дерева. Most of all my family and I like fresh jams. Моя семья и я избирательно выбираем свежие джемы. Sort raspberries and smash it with a wooden rolling pin with a flat tip. Перебрать малину и разбить ее можно с помощью деревянной скалки с плоским наконечником. I have it a kilogram of raspberries, so I need the same sugar 1:1. У меня килограмм малины, значит сахара мне надо столько же 1:1. Mix well. Хорошо перемешать. Take a look. With a wooden spoon too. Посмотрите, я перемешиваю тоже деревянной ложкой. While stirring, I help myself and a wooden spoon dissolve more sugar and beat better raspberries. Во время перемешивания я помогаю себе и деревянной ложкой растворить больше сахар и разбить получше малину. Leave it and give time and opportunity to dissolve sugar. Оставьте ее и дайте время и возможность раствориться сахару. But occasionally stirring with a wooden spoon. Но время от времени перемешивая деревянной ложкой. In the meantime, you can sterilize the jars. А пока есть время, можно и простерилизовать баночки. And your vitamins A, B1, B2, B3, plus folic acid, minerals and trace elements, copper, potassium, iron, magnesium, calcium, zinc, will remain intact. И ваши витамины А, В1, В2, В9, плюс фолиевая кислота, минеральные вещества и микроэлементы, медь, калий, железо, магний, кальций, цинк, кобальт останутся в целости и сохранности. Don't be afraid to fill in hot jars. Help dissolve the remaining sugar. Не бойтесь заливать горячие банки. Можно помочь раствориться оставшемуся сахару. Хранить можно только в холодильнике. Это свежее чудо варенья поможет вам снизить температуру или выступить мочегонным средством, или поможет сделать из него кулинарные изыски.